на ваших экранах. В этом сезоне у Николаева 9 очков, 5 заброшенных шайб, 4 передачи. Так, а здесь перехват. Акулов опустил шайбу на лед, делает передачу. Да, здесь гол. Это Максим Мамин. 5-0. И Максим Мамин здесь, конечно, должен благодарить Владислава Каменева за пас, по сути, на пустой угол. Ну что...